Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина отзначила свое 90-годие. Сегодня яна является не только самым буйным книгосховищем в регионе, але и шматфункциональным информационно-адукационным и социально-культурным центром. Тут ладится шерох науковых и осветницких мероприемств для наведывальников разного узросту. Вероника Ворошилина протягнем. За 90 годов своего існавання Гомельская областная библиотека имя Ленина прошла не просто шлях. Он был отзначен тяжкостями Великой Айчины и досягненнями послевоенного адраджения. Ее история сплетена с лёсов сотню людей, которые просветили свое життё служению такой складанной отказной миссии сеять разумное, доброе, вечное. Святочное мероприемство «Храм мудрости» учора сегодня-завтра с нагоды юбилею областной библиотеки объединяло представников улады, громадских организаций, коллег и навуковцев, письменников и верных себе установы с великим читацким стажем. Адрес книжной скарбницы, где на протягу 90-х годов подтримливают богатые традиции и мкнутся до постоянного развития, ушали только самые щирые слова веншаванию. За пленную шматгодовую працу лепшим супрацовникам установы уручили гоноровые дипломы. До речи, и сама библиотека пополнилась высокой узнагородой – грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Это и признание заслуг, и великая отказность, и одночасово стимул для достижения новых вышинь. Если мы видим красивое здание, то мы понимаем, что оно стоит и таковым является благодаря тому надежному, прочному, крепкому фундаменту, на который оно поставлено. Вот таким фундаментом является труд библиотекарей-предшественников, труд руководителей библиотеки, которые возглавляли ее во все годы ее непростой истории. И эта грамота, сегодняшняя наша награда, это заслуга всего коллектива библиотеки, библиотечных ветеранов и сотрудников нынешних. Сегодня Гомельская областная библиотека имени Ленина – самое буйное книгосховище в регионе, которое наличивает свыше 1 миллиона разных крыниц информации. От традиционных друкованных выданий, у тем лику каштовных раритетов со знакомитой коллекции князев Паскевичев до сучасных электронных ресурсов. До того же, это шматпрофильный информационно-адукационный и социально-культурный центр, где ладятся шматликие науковые и осветницкие проекты. И они объединяют, сближают и натхняют своих наведывальников, бо отповедают густам и интересам представников самых разных поколений. Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».